Какое утро у нас туманное. Это уже половина даже рассеялась. Уже сколько? 7:50. 7:50, да. Я в 7 встала. Ну, 8 уже должно солнце выйти. Хотя уже сейчас скоро 8. Зато никакие мотоциклы и машины не гудят, туман. Им ничего не видно. Но попозже будет. Сегодня погода 70. Должна быть хорошая. А ночью прохладненькая. И капало. Я вверх иду. Уже запыхалась. Ночью по палатке, по крыше палатки капало. Нина говорит, дождь идет, но как выяснилось, асфальт сухой везде. А это типа росы было. Хотя уже в 11 вечера, не знаю, с деревьев капало. Я посмотрела по погоде, дождя не должно быть. Осадки какие-то. И туман. Спали все плохо ночью. Ну, та палатка. Я не замерзла. Они купили хитер в палатку. А, кстати, в 6 утра было 50 градусов. Не знаю, если ночью холоднее было. Электричество выключали. Или только вчера, или это было, или это каждую ночь. Они вчера только купили хитер, хотели погреться, но ночью выключили электричество. И Илона плакала, зуб выбила. Вчера она ничего не ела из-за этого. И ночью бутылку не надавала она. Вспоминала, убирала сразу. Какая собачка лежит спокойно. Короче, бутылку ее было не успокоишь. Просыпались одно. Дима уже даже встал. Я говорю, как ты-то рано. Он говорит, я всю ночь не спал. Кашляли, кстати, и Виталик, и Дима, и Артур, по-моему. Все, сейчас будем кофе пить. Лавочки мокрые, вокруг сухо, лавочки мокрые. Вот капли. Хочет. Давай, мама тебе будет кормить, давай. Или ты сама будешь. Она до Артура заглядывает. Костя, wake up, Костя. Как выйдет? Ты поднялась еще выше. Немного. Вот там он, наш туалет. Где? Вот. Вот там он. Трасса, где мотоциклы гоняли. Сегодня тишина. Или уже... О! Только сказала.
первый мотоцикл пошел. Было тихо, вот с 9 сегодня получается. Первая гонка, наверное. А то был туман, поэтому никто с утра не ездил. Но здесь еще обширней обзор. А с этой стороны кто живет? Тут, кстати, вообще неплохо. Вот местечко заборчиком отгорожено. Стол в тенечке. Кольцо. И тут место для палаток хорошее. И там вон вид у них. Кстати, это там, наверное, океан. И вот эта вот фиолетовая полоса над горизонтом. Вчера тоже была над океаном она. Как испарение или что-то там происходит. А здесь вот еще выше можно подняться. Это что? Это другой туалет, наверное. Не, это что-то какая-то RV building. Это туалет. Это какое дерево? Смотрите. Эти шишечки как кипарис. Это рабочее здание. Нет, ну видео. Вот на камеру надо приближать. А так вот я хожу и посмотришь вдаль. Красота. Это что? Это что, колодец был? Ничего нет. Тут столько их мест. Вот 35, 37, 39, 40. Я дошла до края кемпинга. Вот крайняя рвичка стоит. И тут обзор на трассу побольше. Кстати, вон эти ряды, где мы вчера сидели. Где Илона зуб выбила себе. Кольца. Ну, не два, а изгибы. Здесь выезжают, они едут туда. И там, наверное, гору объезжают и выезжают оттуда. Не знаю. Или они начинают оттуда, наверное. Как-то так. Thank you.
Вот горизонт с серой дымкой. Может, туда пойти хочешь? На ту сторону? Да нет, тут тоже. А, они вон уже стали. Ты раз чего не стоят? Деревяшка, это классно. Корабли не лодки, а как яхты. Рыбацкие суда. Не все рыбацкие есть, да. Вот это вот. Наверху это... там стоят резиновые. Да, вот прям жить можно мне, видишь. Да. Там. Монтереи все внутри. Адреса даже. Как они называются? Прогулочный катер, да, там. Да. Ну вон, вот то вот такая вообще просто яхта. Где это? А, после черной. Нет. А. Рыбу скат разделывает. Рыболовное судно. Вот теперь гулять пойдем. Вот, собрались на пляж. Холодина, конечно, но 61 градус. Но мы идем в то. Вот, красота какая. Теплое местечко, надеемся, там будет теплее, потому что, ух, кошмар в машине, мусор всякий. Виталик замерз, холодно. О, солнышко выходит, все отлично. Идем, идем. Тут такая красота. Пойдем на дорожку, наверное. Аккуратно. А вот еще пляж. Не, ну, наверное, идем на тот, что вчера, да? Деревья вот эти плоские, кипарисы вообще классные. Ловцы плавают. Какое-то у них соревнование, наверное. Трое вон потом возле лодки. Там еще один был, не лодка, а на доске один плывет. Потом вот еще. И вот еще. Какие тут белки толстые. Вот это да. Смотрит. Смотри, Виталик, белки какие толстые. Вон сидит, смотрит на меня. Видишь? Замерла. Опа. Вот это толстая, ужас. Там берег в дымке весь такой.
Сегодня пасмурно. Как больше пасмурно, чем солнце. Завтра уже будет наоборот больше солнечно, чем пасмурно. Так что завтра может больше съемок будет. Установили зонтик. Здесь вот совсем другое дело. Ветра нет, тепло, все купаются. Тут за углом и получается самое теплое место здесь. Проверим, что здесь настроили. А что, где ваши постройки? Я говорю, сейчас засниму Дима. Ну, да. Мы дома можем делать, чтобы она корабля вырезали. Да, застряли, может, там. Ты лежал, потом еще лежал на том камне и на том, чуть-чуть, там. Знакомое место. Trader Joe's. И мы были в кафешке вот там за этим зданием. Здесь Пиц Кафе, здесь панда. Мы панду тогда и не видели даже. Мы в кафе ходили с Лилей, с Олесей. Андрей уже заказал. Сейчас я буду. Second.
and mushroom chicken. No, I'm sorry. Kenpao. Kenpao. That's it. У меня то, что я всегда беру. Шримпы. Ну, иногда меняю. Orange chicken. И сода. Все, мы голодные. А кого ты сейчас палочками, снимаешь? Палочками. Себя. Вермишель. Все, поехали. А я здесь. Палочки взяла. А потом папа мороженое даст. Да, мороженое. Будешь мороженое? Давай сначала это. You want ice cream? Yeah. Заберите каждый по одному. Мороза не сможет съесть. Какой лончик? Вот так у нас в палатке. Тепло. Светло. Ой. Все нормально. Что? Виталик, ты болеешь? Не, все нормально. То по разу кашлянули, то я в видео сказала, что ночью кашляли. Я говорю, ну, не так уж и кашляли, а... Просто кашлянули раз или два. Ну да, насморк. А, повеселела. А пить? Так что, так и не пьет? Не обезболила? Да, вот эту выпила. Ну, она боится, она даже не берет в рот. Ну да. Я поцеловала чешую. Ничего себе. А это что? Кафебаз. Андрей кофе пил. Уже одной нету даже. Первый раз ест после вчера, как зуб выбило, вообще ничего. О, не вытирай об себя! Сейчас мама придет. Сейчас придет. Так, мы собрались в поход. Взяли воду. Я говорю, еду, спички надо брать. Ну, такое мы не брали. Ой, я пью квас. Уже, наверное, я не знаю. Вчера в русском брали, а тут такой холодильник. Подозрительный. Так что он теплый какой-то уже может за... Excuse me. Забродил конкретно. Жучок. Вот, везут мотоциклы. Сюда? По ступенькам надо? Туалет. А, это одно место, да, такое в уголке. Это отдельно вообще, да. Ну, я бы не сказала, что тут прям классно. О, как мы вверх идем. Поднялись, запыхались. А сейчас уже близко. Ты видишь? Если бы тут еще росли какие-то ягоды по пути, было бы вообще классно. Вот и горка.
Да? С горки только. Ой, закатился малой. Это ты гонял? А, это вот он, может, родители его. Приехал с гонки мотоциклист. Представляете, это наш сосед, оказывается. Мы всегда смотрим, они уезжают. Дедушка какой-то с бабушкой. Туда-сюда одно катаются. А это, оказывается, он на мотоке гонял. Вот наш ужин. По желанию. Вот еще. Кто хочет. Кто здоровую пищу ест. Похудею. Потолстеем. Хай. You scary? Илона. You can pet her. You want to pet her? Артур, you want to? She'll be alright. Go ahead, you can pet her. You want to pet her? She's a girl. Go ahead, Kiki, let her pet you. What's her name? Kiki, yeah. Oh. What? Go ahead, you want to pet her? Артур, иди погладь. Давай. Давай. Where are you from? Ukraine. Oh, Ukraine. Oh, wow. Yeah. Nice cat. Погладь. Are you staying here just vacationing here? Yeah, for 5 days. And you're going to go back to Ukraine? No, no. We live here 17 years. Oh, already. Oh, there you go. Yeah. We live in Sacramento. Oh, do you? Nice hot place. Yeah. Палатку тоже где? Тут поставим. Так, ну что, нас возил? А, так вот тут же я хотела тебе вид показать. Так вот тут же я хотела закат посмотреть. Надвигается туман опять. И прям, я же хотела показать, летели облака прям на нас. Да. Кстати, орвишек этих не было. Я утром показывала, такой вообще вот полностью вид по кругу. Сейчас орвишки закрывают. Потерялась.